специальное предложение сегодняшнего дня. Единственный раз в этом сезоне в качестве главного товара дня мы представляем не просто легкие, теплые, мембранные дутики. Самое главное, здесь есть вот такой антискользящий механизм. Я хочу представить вам нашего эксперта. Давно не виделись. Госпожа Гарова, здравствуйте. Здравствуйте. Обувщик, дизайнер, модельер, знает все об обуви и с удовольствием познакомит вас с этой удивительной парой. Так. В чем удивление? Ну давай, здесь у нас, смотри, начиная с того, что здесь у нас литая подошва со встроенным специальным механизмом, который мы с вами видим в пяточной зоне. Этот механизм у нас открывается, и мы получаем с вами, ну, можно так сказать, что оружие против зимы, потому что благодаря этим шипам встроенным наша обувь становится абсолютно безопасной. Помимо того, что у нас на подошве есть такая специальная система, дутики выполнены из специального мембранного материала, благодаря чему они у нас не промокают совсем. И здесь мы с вами видим даже специальную фурнитуру, на которой написано Water Resistant. Мембранный материал – это сухость ваших ног и защита здоровья в сезон простуд. Ну а теперь с вами посмотрим на плотную натуральную овечью шерсть, которая сохранит тепло ног и ваше здоровье в морозы, даже когда на улице минус 25. Ноги в тепле, зима в радости, вы чувствуете себя прекрасно, как наша великолепная Евгения сейчас на подиуме. Как красиво выглядит. Пусть зима станет для вас временем волшебства. Пусть вы останетесь в безопасности на скользкой дороге. 2999 рублей цена только сегодня или пока дутики Виктории есть в наличии. Давайте выберем цвет и давайте выберем размер. Давайте. Да. Синий, бордовый, черный, серый. Серый, черный, бордовый, синий. От 36 до 41 размерный ряд. Как выбрать размер? Так, что касаемо размерной сетки, мы будем с вами выбирать размер в размер. Могу подсказать, что если у вас вдруг половинчатый, то мы будем с вами выбирать на один размер больше. Это будет моя личная рекомендация. Ну, вы знаете, я уже успела сказать, да, что, во-первых, и безопасная подошва и также мембранный материал, конечно, делают эту пару дутиков уникальными. Вот, успеть их заказать, превосходная первая покупка, пусть все скользят. Ну что, риск есть, когда мы идем по скользкой дороге, мы рискуем, и рискуем мы, надо сказать, очень страшным образом, да. Потому что более 40 миллионов случаев падений, да. И из них от 400 тысяч до полумиллиона с летальным исходом. Да. Ну, опять же, казалось бы, падение, да, но это страшно, риск, переломы, каких только переломов нет, а растяжение, какая страшная проблема, ушибы, черепно-мозговые травмы, вторая по значению причина летальных исходов в мире, да, в результате падения на льду. Да, в принципе, ну, само падение неприятно, согласись, да, даже упасть, да, действительно растянуть мышцы. Во-первых, это боль, во-вторых, это серьезная травма, чревато потерей работоспособности, да, вы тоже не забывайте об этом. Если, не дай бог, что-то происходит с вашим здоровьем, перелом руки или ног, естественно, вы остаетесь дома, вы еще и сидите на больничном. Это тоже, ну, как бы, минус для вашего кошелька. Да. Поэтому звоните нам по бесплатному номеру, который вы всегда видите, чтобы не было минусов ни для вашего кошелька, ни для вашего здоровья. Простая, надежная система, проверенная веками. Ледоступы, ну, версия, да, как можно сцепление со скользкой дорогой обеспечить и не упасть, известно с 4 века до нашей эры. Конечно, альпинисты, конечно, те, кто в экстремальных условиях. Мы не в экстремальных условиях, но иногда городские условия становятся именно экстремальными. Но что еще, кроме антискользящего механизма, здесь есть? Так, я уже напомню, что здесь у нас специальная система. Внутри у нас, да, под непромокаемым материалом есть еще мембранная прокладка для того, чтобы влага внутрь не проникала от слова совсем. Мембрана, такой материал интересный, да? Ты знаешь вообще, как сделан материал мембраны? Я в следующий эфир обязательно подготовлюсь и проведу вам эксперимент, продемонстрирую, как это работает. То есть у нас внутрь влага не проникает, вот изнутри, да, чтобы пара не было парникового эффекта, воздух у нас прекрасно как раз-таки выходит. Что могу сказать, что наша обувь, наши дутики не промокают от слова совсем, и мы с вами проведем обязательно эксперимент. И сейчас хочу вам сказать, что каждая пара наших дутиков имеет вот такой паспорт, на котором мы с вами видим, что, во-первых, теплые до минус 25 градусов, ну а во-вторых, еще и выполненные из специального материала, который
является мембраной, дышит, но внутрь влага не попадает, и еще и на натуральной шерсти внутри до минус 25 градусов. А вот теперь проведу эксперимент, да, то есть не будем с вами голословными, сейчас прям возьму пару обуви и прям от души полью на нее, причем еще и цветной водичкой, знаешь, удостоверившись, что также поверхность материала у нас не проникает ни цветная вода, будь то реагенты, будь то грязь, будь то там снежная каша. Ну и, естественно, если большая повышенная влажность на улице, то вы смело выходите и понимаете, что ваши ножки в любом случае останутся сухими. Посмотрите, что происходит. Класс. Да, вы видите, вся влага у нас осталась на поверхности мембранного материала. Звоните нам по бесплатному номеру, который вы всегда видите слева на экране. Позаботьтесь о своей безопасности, и пусть зима будет волшебной и принесет вам только сюрпризы, пусть исполняются мечты. Оставайтесь здоровыми, эти дудьки Виктории защитят вас от холода, от мороза, от простудных заболеваний. Но чем же они отличаются от любых других? Ну вот за счет чего они будут вас согревать? Вот предположим, антискользящая система есть, а, например, до минус 5 градусов. А вы скажете, да нет, мне не надо такие, мне надо минус 25. Так, пожалуйста, минус 25, я тебе могу сказать, что здесь даже минус 30, мы смело можем, например, их надевать. Почему? Потому что здесь у нас тоже такая двойная система защиты. Во-первых, как я вам уже показала, мембранный защитный материал не промокающий. Внутри у нас натуральная шерсть, а между ними еще есть и специальный слой поролона, то есть, знаете, является как дополнительная тепловая подушка, ну и, естественно, дополнительная мягкость. То есть именно благодаря поролончику мы с вами получаем тот самый объем, который видим в наших дудках. Это прекрасная пара обуви из натуральной шерсти. Натуральная шерсть один из самых благодатных материалов для, особенно, да, для зимы. Плюсом этого материала является его легкость. Почему? Потому что натуральную шерсть набивает на трикотажную основу. Ну и, естественно, еще содержание ланолина. Это, конечно же, как дополнительный бонус для того, чтобы ухаживать за здоровьем ваших ног. Женские дудки Виктория защитят вас на скользкой дороге. Благодаря специальному антискользящему механизму. Они защитят вас от холода благодаря натуральной шерсти. Они защитят вас от влаги, они непромокаемые, и они будут теплыми. Тут есть тоже термозащитный слой. Вам остается только позвонить. Подготовьтесь к зиме, чтобы она для вас была по-настоящему волшебной.